Всем привет, друзья! Сегодня 4 ноября 2022 год, День народного единства. На Театральной площади проводится концерт, как вы видите, вот вдалеке. И здесь, на прилегающей территории, можно ознакомиться с бытом и культурой народов, развивающихся в нашей стране. Вот такие народные промыслы. Люди в одеждах, в доспехах. Тут даже есть вот такие вот шлемы, можно посмотреть. Тут морячки устагарамливаются, видимо. Здесь палатка с бойцами. Можно посмотреть, сфотографироваться. Много гостей, видите, такое ощущение, что попали на съемки фильма какого-то про войну. Здесь оказывают хирургические инструменты, оказать первую медицинскую помощь. Здесь он, бойцы, возле буржуйки поют песни, что можно окунуться в эпоху 80-летней давности, даже столетней. Даже санитарочка стоит. Ну, в общем, как-то так. Всех с праздником, друзья. Приятного аппетита.